Сейчас я нахожусь в Елабуге. Вот такие вот тут малые архитектурные формы. Ничего особенного, из металла сделано, но уже какой-то смысл вложен. От маленького к среднему и большому столу. Вот такой вот тоже арт-объект. Велосипед какого-нибудь там 18 века, но совершенно в современных, так скажем, конструкциях сделано у него. Смотрите, какие стойки. Не знаю, чего прям, но красиво, интересно. Интересный парк в Елабуге. Много разных арт-объектов, спортивных сооружений. Вот стульчики, которые я уже показывал. Вот из бревен сделаны такие буквы. Не совсем понял, про что это. Но наверху сидит дятел. Больших размеров, больше, чем человек. То есть масштабы немножко представить. Мечеть вон тут есть. И различные такие вот объекты интересные. Можно посмотреть. Вот такая вот детская площадка. Вчера здесь дети гуляли вечером вовсю. Вечером я не снимал. И вот здесь вот, в небольшом таком городе, Макдональдс. Довольно удобно. Город просыпается. Так. Ну вот, в общем, я в Елабуге. Здесь интересный парк. Называется, как там, Майдан. Старый Майдан, что ли, да. Только что вывеску смотрел. Довольно интересно. Для небольшого города такие, ну, объекты вообще очень хорошо. Я прям жалею, что у нас такого нет. Вот. Это такая смотровая площадка, чтобы можно было смотреть на речку там где-то. Набережная Челны должно быть видно. В общем, интересное место. А вот, интересная прогулка. Вот буду сейчас до пятницы гулять здесь с утра, ближе к 7 утра, чтобы просто такая зарядка, и красиво, и хорошо. Все. Так. Ну вот, в общем, я в Елабуге. Здесь интересный парк, называется, как там, Майдан, Старый Майдан, что ли, да, только что вывеску смотрел. Довольно интересно, для небольшого города такие, ну, объекты вообще очень хорошо. Я прям жалею, что у нас такого нет. Вот, это такая смотровая площадка, чтобы можно было смотреть на речку там где-то, набережная Челны должно быть видно. В общем, интересное место, а вот интересная прогулка. Вот буду сейчас до пятницы гулять здесь с утра, ближе к 7 утра, чтобы просто такая зарядка, и красиво, и хорошо.